Всем привет! Вы на канале Мисс Вита. Сегодня будем открывать три пакетика Юху and Friends. У нас уже есть один. Вот Луни. Вот такой вот у нас Луни. Солнышко уже есть. Мы открывали ранее. А сегодня надеемся пополнить нашу коллекцию. Ну что, давай открывать. Помогу немножечко. Держи. Что у нас там попалось? Ух ты! А ну доставай все, что там есть. Вот, Джузи! Джузи! Это маленький ночной зверек, живущий на деревьях. Вот такой вот красавчик. Такие глаза огромные. И бежит куда-то. Прям бежит. Держи. Давай открывать следующий пакетик. Держи. Берите пакетик втроем. Какой нам там друг попадется на этот раз? Так, Куки, пингвинчик. А ну покажи нам этого красавчика. Вот такой пингвинчик, такой миленький. Ой, такой красавчик. Держи. И кладыш, конечно же, 26 зверьков всего. Так, у нас есть Джузи под номером 12. И есть Куки под номером 13. И также у нас есть Луни под номером 7. Давай открывать последний наш пакетик. Может, нам Юху попадется? Все фигурки здесь очень красивые. Поставить? Давай. Будет стоять, смотреть, как Петунечка открывает. Ой. Пакетик. Третий. Повернуть к тебе. Извини, пожалуйста. Ой. Так, такой неустойчивый. Ну, все фигурки здесь очень красивые, поэтому... Абсолютно без разницы, что нам попадется следующим. Нам попался Руди. Вот такой Руди. Это обезьянка. Руди, обезьянка. Вот такой, под номером 3. Давай, покажем всем. Вот наша обезьянка Руди. Такая красотка. С хвостиком, с ушками, с большими глазками такими. Ну что, Руди, беги к своим друзьям. Привет! Привет! Можно к вам? Ставьте лайк. Подписывайтесь на канал Мисс Вита. Всем пока-пока!